Ярославль отметил День России. В городе работало свыше десятка площадок. Самые интересные посетили и наши корреспонденты. Погода словно испытывает участников Кубка Советской площади по стритболу. В прошлом году играли под палящим солнцем, в этом под проливным дождем. Такая погода больше задаст какого-то азарта, какой-то такой мотивирующей игры. Баскетбол зарождался на улицах, играем на улице. Кубок Советской площади в этом году приобрел статус интернационального. На площадках сражаются баскетболисты из Монголии и стран Африки. Они курсанты Ярославского военного вуза. Все хорошо, потому что есть много участников, которые мы уже обращались и играли в другом месте. А сегодня все нормально, все хорошо. Неподалеку от Советской площади в мэрии Ярославля в это время собрались школьники. В День России в торжественной обстановке свой самый главный документ получили 30 юных ярославцев. Осознаешь свою ответственность перед родиной, перед всеми своими родными. И, конечно, это важный момент для меня. Мне кажется, что ребята, которые выходили на сцену, получали документ, спускались вниз. Они спускались вниз к своим родителям совершенно другими людьми, взрослыми и ответственными. В национальный праздник ярославцы могли прогуляться по бульвару «Россия». Именно такое название носил в этот день Первомайский. Здесь для горожан работали несколько площадок – спортивные, игровые, интеллектуальные, творческие, межнациональные и декоративные. Мы именно вышли в город, чтобы люди узнавали о этом празднике, потому что не секрет, что многие не знают о таком дне, как День России. И мы хотели, чтобы все жители и гости города проявили себя в творчестве. А у КЗЦ «Миллениум» в День России выстроились раритетные автомобили. У каждого своя история. Когда я ездил в 2015 году на соревнования по футболу в Нижний Новгород, я получил там лучшего игрока. И в этот день папа купил мне этот автомобиль в честь лучшего игрока. А рядом прошел праздник национальности России. Настроение у нас замечательное. Несмотря на тучки, которые немножко тут сгустились, тем не менее, праздничное настроение. Отличное праздничное настроение. Всех с праздником, Днем России! Завершился День России у парка тысячелетия флешмобом. Ярославцы выстроились в огромное слово «Россия». Алена Стецук, Максим Сушанов, новости города.